наше прямое включение с кухни. И именно сейчас действительно нешуточная борьба разворачивается здесь, по-настоящему жарко, даже горячо. Турист приедет обязательно на русскую кухню. И вот чем знаково это мероприятие, потому что Муром один из тех великих городов, куда стремятся иностранцы. Интернет, его не пощупаешь, его не сделаешь. Это виртуальное все обучение. А вот здесь ребята обучаются настоящему мастерству.